Всем доброе утро. Как я давно хотела это сделать. Погода теперь позволяет. О, классно на улице, как у нас. А мы все время идем, у нас между домами там солнышко так светит. Так красиво. Да, Варюшечка? Смотрите, какой радостный ребенок. Бежит в школу. Просто. Ну все, я готовлю завтрак. Сейчас буду собираться на работу, покушаю. На улице прям такое солнышко. Боже. Весна – это прям классно. Я прям решила. Я же не красилась. А вчера поняла, что нафиг хочу я покрасить волосы. Вот надо выбрать как-то цвет такой, чтобы подходил под мой натуральный, чтобы потом делать, как говорила моя парикмахерша. Она говорит, не красьте полностью. Берете, красите корни и расческой растягиваете просто. Чтобы не было вот это. Каждый раз я сушу прям всю длину. Это не есть гуд. У меня уже там кошечка сидит, бандитка. Вчера напакостила, и Аленка с ней не играла. Я ее не трогала, поругали еще ее. Так она сегодня с утра. И так. Скажет, ну что, вы меня там уже простили? Сидит в ожидании. Чудо, нету вашего корма? Надо маленечко поэкономить. А то что-то расслабились девочки у меня. Я их на легкую диету посадила. У них есть свой корм, но я им покупаю еще мягкий. Но это получается капец как дорого. Один корм на двоих получается 60 рублей. 60. Нет, больше. 70 рублей получается в день на двоих. Если Ники, давайте шоколадки. Ну, как бы, блин, приличненько. Ну, и тут я стала им не каждый день их давать. Так они вот сидят, клянчат. Ника еще периодически колбаску кушает, так что она вообще не парится. Прикол в том, что с утра дала ветчины. Девчонкам делала бутерброды и дала ветчину кошке и собаке по кусочку. Кошка там половинку съела, половинку оставила. Собака съела свое. И будет сидеть. Я кошке даю на подоконнике, чтобы собаку у нее не утаскивала. Будет сидеть и скулить, пока ей не скинут. Сидит, поскуливает, типа, ну, кусочек лежит, ждет. Без дела, а она скулит снизу. Аленка ей отдала. Я отдам, что нам учиться. Хотела сегодня сделать, как я до этого делала. Короче, хлеб. Серединку убираете, мякишку и туда яичко. Но с домашним хлебом у меня не получилось. Он у меня разъединился. Я его просто как вчера подсушила. И вот сделала себе яйцо. Пойду пить кофе. Я вчера, походу, шею простудила. Я же вчера весна. А то, что я уже старенькая, ну так, конечно. Короче, одела вечером пальто с Варюшей, когда пошли, а обратно шли, такой ветерок, так было холодно. И у меня тут болит одна сторона шеи, я не знаю, то ли это продуло, ну, скорее всего, продуло. А чего еще, у меня до этого ничего не болело. А тут походила и вот, как-то эта штука так и не сходит. Все, пошла я завтрака, всем приятного аппетита. Побегу работать. Я уже дома забрала Варюшу. Там Алена посуду намывает. Я уже помылась. Волосы решила не сушить феном. Сейчас будет, конечно, трэш, но пусть лучше так. Вот эти потом вытяну. Сегодня зайдем с вами. Пойду краску куплю. Да, Варюху поведу на английский. Хочу зайти купить себе краску для волос. Потому что вот это вот что-то совсем не устраивает. Мне тут Алена решила сегодня покулинарить. И решила делать безе. Сейчас будет взбивать белки. Она мне, короче, оставила 3 желтка. Я буду варить суп и сделаю яичную лапшу. А она будет делать... Яичную лапшу, так. Это яичная лапша. Я не знаю, что это. Но ты ее не будешь делать, так что не переживай. Взяли 3 белка. И будем взбивать сахарной пудрой, чтобы безешки были лучше. Сейчас добавляем щепотку соли, взбиваем до образования пены. И потом уже будем потихоньку добавлять сахарную пудру. Соль. Давай, соли. Так, чуть-чуть. Соль, мокрая соль. Давай, доставай. Мокрая соль в банке. Маленечко. Совсем чуть-чуть. Щепоточку здесь хватит. Щепоточку. Маленькая. Столько. Сыпай столько. Хватит на 3 желтка. Ну и все, их взбиваем. Так. Все, добавляем теперь сахарную пудру понемножку. Девчата сели
обедать. Меня мама накормила. У них куриный супчик с лапшой. Я сейчас я вам покажу, что там Алена готовит. Смотрите, безешечки ее лежат, потрескались немножко. Готовятся. Посмотрим, что из этого выйдет. Такие вот лепешечки. Красиво. Вернулись мы с английского. Сделали небольшие покупочки. Сейчас я вам покажу. Забежала в парфюм Лидер, купила девчатам шампунь. Мне нравится с яблоком. Сестра у меня понюхала, сказала, вкусно пахнет. Я что-то 4 шампуня или 5 понюхала, и мне они все пахли одинаково. Взяла нам, наконец-таки, щетки. Ага, Лене понравилось черненького. Щеток, конечно, уже цена вообще. Ну, это хорошие. Мне вот такие больше нравятся, чем колгейтовские, которые загнутые такие. Я не знаю, как объяснить. Тоже по 3 они обычно продаются. Вот мы по 3 берем. Так, и взяла себе красочку. Буду, наверное, в пятницу краситься. Вот этот цвет нужно мне будет оставить. И постараюсь, чтобы потом каждый раз... Ба, на камере какой темный, кажется. Чтобы каждый раз корни просто подкрашивать. Этот раз покрашусь полностью, а потом буду подкрашивать просто корни. Так, это в одном. В Мария Ра забежали. Сегодня у нас был прям этот... Как найти непросроченные продукты. Взяла сметанки. У нас там оставались... Не ела драники? Драники оставались. Никто не съел. Сметанки взяла. Взяла золотой ключик сегодня в Мария Ра. Вот такой пакетик стоит. Варвар. 109 рублей. А вчера я взяла в Магните за 160. Но только тоже был у нас квест, как найти непросроченные. Первые 4 пачки лежали просроченные еще февралем. Так, это я взяла своим детенышем пушистым. А, так, взяла молочко. Нету здесь, в Мария Ра нету нашего, нашей азбуки. Берем вот такой лайт. И сейчас будем делать булочки с ирисками. А Варюша побежит делать уроки. А вот тут еще Алена красоту такую сделала, безешечки. Вот она нам осушила. Будем пить чаек. А булочки на завтра, скорее всего. Ну, они потрескались, ничего страшного. Берем 300 мл молока. Столовая ложка сахара у меня будет. 3 таких маленьких. Так, пол чайной ложки соли. И что у нас, пакетик 11 грамм дрожжей. Ставим это все с водой, с молочком. И ждем сейчас, пока начнут реагировать наши дрожжи. Сейчас все хорошенько перемешиваем. Молоко теплое, но не горячее. Довели тесто. Смотрите, оно должно получиться не густым, таким липким. И оставляем в теплое место, чтобы оно подошло. Надо, чтобы подошло хотя бы 2 раза. Собираемся ужинать. У нас куриный супчик. Варюшка сметану открывает. И будем доедать вчерашние драники. Ага. И сейчас покажу наше тесто. Там как раз подходит. Я его унесла подальше, чтобы не мешало. Смотрите, уже как увеличилось. Уже так приличненько. Но еще рано подбивать. Так, наше тесто первый раз подошло. Будем подбивать. Я сейчас еще, наверное, оставлю на маленечко. Пусть еще раз подойдет. Тебе показать, чем ты там занимаешься? Что ты, Варя, какой-то... О, боже. Если я даже покажу, смотрите. Какой-то чистый момент занимается. Ой, я могу на голову выключить. Вот до, а вот после. Угу. А чем ты их намываешь? Я не знаю.
Так, сделали такие булочки. Внутри по две ириски я ложила. Сейчас немножко постоит. Булочки сейчас мы их поставим, кстати, на теплый шкаф. У меня дочь уже включила шкаф. Мы в тепло поставим, они чуть-чуть постоят. И 200 градусов, и будем, я не знаю, минут, наверное, 20. Они точно будут выпекаться, может, чуть подольше. Смазывать хочу их просто сливочным маслом. Хочу сегодня попробовать смазать. Но это уже когда будут поджариваться. Яйцом что-то я не хочу мазать их. Вот такие вот красотулечки получились. Испеклись наши булочки. Смотрите, какие красивенькие. Тут повытекало. Ириски маленько повытекали. Я раньше, кстати, такие булочки делала в сковороде. И ириски вытекали. Они прям на верхушку все заплывали. Такие были. Сейчас они остались на коврике. Сейчас будем разъединять. Мы собираемся ложиться спать. Аленушка умудрилась попробовать булочку, сказала, очень вкусно, а мы будем пробовать их завтра. Мы что-то взялись, хотели пораньше лечь спать, взялись смотреть старые видосы, так прикольно смотреть, прям вообще столько воспоминаний. Кстати, кто не снимает влоги, снимайте для себя какие-то моменты, прям потом, блин, я сама люблю смотреть. И жалею, что мы раньше не начали это делать. Так бы с маленьких, вообще бы прям прикольно было посмотреть. Дралась из-за видео какого-то. Хотя, чтобы мы его смотрели. А, кто-то стесняется. А мне нравится, так прикольно. Воспоминания всякие. Так что всем спокойной ночи. И всем пока-пока.